друзья, всем привет! Сегодня мы будем готовить сосиски в беконе. Для этого нам понадобятся сосиски, бекон, сливочное масло, тертый сыр пармезан. И будем запекать их в духовочке. Так, закидываем такой ломоть хорошего сливочного масла. Ждем, пока он подтает. В это время готовим наш чеснок. Берем чеснок. Просто нужно его почистить. Ну, желательно почистить, конечно. Так, чистим наш чесночок. Отделяем его от этой шелухи. Достаточно там 2-3, они просто пропитают наше масло чесночным вкусом и придадут ему аромат. Все, чеснок не режем, а просто берем. Давим наш чеснок. Просто давим. Все, этого достаточно. Все, чесночок погружаем в масло. Пока масло растает, он пропитается. И все, берем обычные сосиски. Жесткие. Ну, такого получше качества желательно. Ну, мы в данном случае это, конечно, не лучшего. Ну, нормальный, короче, средний. Взяли это останки. Все, закидываем их в сковородочку и обжариваем. Чесночок вот так гуляет у нас по сковородке, чтобы все масло пропиталось. Ну все, вот наши сосиски так вот подрумяниваются. Мы пробовали сделать в обычном варианте, но это лучший вариант, потому что так они пропитываются сливочным маслом. Наша духовочка уже подошла. Духовку уже предварительно тоже прогрели. Вот еще прям пару минут. И все, и наши сосиски готовы. Выкладываем их в тарелку, чтобы они остыли. И потом будем их оборачивать. Бекон наш. Стеклянную посудину. Я ее смазал маслом, в котором жарю сосиски. Берем. Если вы хотите заморочиться с красотой, то можно каждый бекончик, чтобы аккуратно накрутить, смотреть. Если это для дома, то вот такой вариант. Можете хоть два слоя его крутить. Тут два слоя так и получится, в принципе. Два кусочка, одного мало. Все, накладываем еще один. Желательно, конечно, чтобы они не пересекались, но аккуратненько закручиваем. Ну, вот такая вот у нас колбаска получается. Слипается бекон наш. Так, второй объем. Также закручиваем аккуратненько. Вот здесь порвался. Внешний вид у меня такой вот. И каждую сосиску в таком же духе продолжаем. Закинули сосиску в духовку. Ну, градусов 200 ставим, там, хотите 220. В принципе, они у нас уже соком сливочного масла пропитались с ароматом чеснока. Сейчас их нужно просто подрумянить, этот бекон. Ну, все, и готово. Здесь четкого времени нет. Визуально смотрите, там, я не знаю, у кого-то 5-10 минут, не более. 1-2 минуты, это, естественно, мало. Минут 5 точно нужно. Сосиски наши пожарились. Минуты за 2-3 берете их, посыпаете пармезаном тертым. Желательно, прежде чем их посыпать, потому что сыр будет скатываться. Просто берите какую-нибудь, ну, вот кисточку берете аккуратно, там, или вот сливочным маслом, которым жали остатки. Аккуратненько покрыли сосиски, посыпали. Это даст прилипание сыра к нашим сосискам. Ну все, сосиски наши готовы. Попробуем, что у нас получилось. Я несколько раз готовил этот рецепт, и поэтому я даже визуально вижу, что в данном формате он сочный. Если делать просто в духовке, то они суховатые. Да, вот в этом варианте очень вкусно и сочно. К пивасу самый топ. Ребят, подписываемся на канал, ставим пальцы вверх. Всем спасибо, до встречи.